Сегодня традиционно в первый день ноября стартовал осенний призыв. Как доложил военный комиссар республики Дмитрий Федин, задание на призыв 2020 года, установленное для Коми, выполнено своевременно и в полном объеме. Призвано и направлено на военную службу больше 1800 человек. К очередной призывной кампании наша республика готова. Очень хорошо, что молодые люди настроены пройти мужскую школу и отслужить в армии, наработав навыки, которые на гражданке не развить. Вместе с тем, для нас крайне важно не допустить вспышек ковида и ОРЗ в ходе кампании. Для этого необходимо неукоснительное соблюдение всех мер безопасности. Порядок проведения осеннего призыва 2021 года существенных отличий от предыдущего не имеет. Все так же при комплектовании войск новобранцами основные усилия сосредоточены на профилактике заражений новой коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями. Маски, перчатки, измерение температуры тела, тесты на ковид и дезинфекция. Сборный пункт в полном объеме обеспечен медицинским, а еще вещевым и продовольственным имуществом. Помещения полностью готовы для приема призывников.